Центр госсанэпиднадзора выдвинул список заведений общепита, в которых отличные санитарные условия, а в которых не очень или совсем все плохо. Читайте и ищите свои любимые рестораны. На бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова написали заявление в милицию по статье «Использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы». Сам Ниязов считает дело политическим. Владимир Путин уже несколько раз приезжал в Кыргызстан и по роду деятельности вынужден говорить о стране часто, произнося ее название. Он называет Кыргызстан в основном Киргизией, но иногда он делает исключение. Мы собрали это все в одно видео.